Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня мы покажем сит на грибной биом для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, переходим в меню, открываем генератор мира и открываем сит. И здесь мы пишем по-английски, на английских букв W, N, N и 3Z, и 3 нуля. А, хотя подождите, N мы убираем и пишем просто W, и Z, Z, Z. И 3 нуля, после чего мы создаем обычный мир. И, как видите, мы являемся в какой-то деревне, где нет грибного биома. Но стоит нам повернуться направо, как у нас сразу появляется грибной биом. Да, это прекрасно. Это очень редкий биом. Его редкость настолько зашкаливает, что в обычном мире просто так встретить его практически невозможно. Ну, напишите комментарий, кто встречал хоть раз без всякого сида этот биом. Ну и есть такой баг в деревнях. Наверное, многие заметили, что у них не спавнятся жители. Довольно это неприятный баг. Но этот неприятный баг будет тогда неприятен, когда у нас добавят торговлю, когда мы будем находить деревни ради торговли. Но сейчас жители нам практически не нужны, так как они просто выполняют роль обычного моба. Как видите, все эти пещерки и различные ресурсы. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.